Всем добрый день, с вами Айден, и мы продолжаем тему бич покупок, закупок, подарков и так далее. И сегодня будет интересная тема, которая как раз-таки будет посвящена 14 февраля, потому что у каждого из вас есть девушка, и если вы ей не подарите, как бы на день всех влюбленных и так далее, то может возникнуть проблема. Но как быть, если в вашем кармане только 100 рублей, а то еще меньше? Всегда можно найти выход, и сегодня мы специально будем собирать комплект под бич подарков для вашей бич-девушки. И сегодня мне будет помогать Лена, вот как бы и девушка не моя. Здесь такой райончик хороший, очень много всяких магазинчиков под каждого человечка. И сейчас мы, в принципе, попробуем пойти в торговый центр, в большой, но сразу хочется сказать, что вряд ли в торговом центре можно что-то найти, учитывая тот бюджет, который есть у нас, потому что в основном там всякие магазины для гламурных вот этих вот людей. Просто бедные. Бюджет на сейчас товар – это не более 10 рублей. Мы прибыли, значит, сейчас в магазин «Окей». Здесь уже вот первая загвоздочка для подарка девушке. Есть вот такие вот замечательные лилии. Нарциссы, вернее. Цена нарциссов, в принципе, под весь наш бюджет. И, конечно, наверное, было бы приятно девушке получить подарок. Ну, целый нарциссик, да, вот такой. Но, наверное, нет. Если бы они продавались вот по одной такой, ну, вот одна такая штучка, если продавалась, наверное, она стоила бы рублей 15. Хотя вот есть гиацинт, одна луковица. Гиацинт или луковица, непонятно. Вот смотри, если мы, допустим, берем, покупаем семена какого-то цветка, ждем. А вы не знаете, сколько семена примерно прорастают вот эти лакричные? Короче, если, в принципе, ваша девушка – это бабушка в саду, то можно подарить. Но семенами мы не будем заморачиваться, потому что это еще растить. 14 февраля, извините, через неделю даже будет. И вряд ли там что-то успеет прорасти, чтобы это было красиво, и ваша девушка вас не уничтожила. Ну вот, пожалуй, мы и нашли место, единственное, где можно как раз-таки что-то найти. Вот, кстати, розовые очень красивые, они прям как такие мексик... Они из Франции. О, французские конфеты. Можно сказать девушке, что это типа какая-то очень дорогая, уникальная конфета. Франция, извините. Сколько это получилось? 4 рубля. 4 рубля. Ну, в принципе, дорогая. Пойдет. Все верно. Ага. Перевесили, в итоге конфета вообще вышла нам очень дешево, 2,50 всего лишь, то есть вместо обещанных 4 рублей. Зашли, ребят, в магазин всяких вот интересных штучек, просто потому что здесь скидки 50% везде. Для взрослых. Я не думаю. Как вариант подарить реально пазлы, потому что это, во-первых, занимательно, да? Так, ну давай еще вот в тот раздел посмотрим, где всякие ручки, вилки. Я не знаю, что это, но это розовое. Кстати, очень даже романтично, смотри, 32 рубля. Понятно. И можно тоже сказать, что вы из Франции это привезли вместе с тем подарком, не знаю. Мы покидаем сейчас торговый центр, потому что больше здесь ничего найти нельзя. Вот эта конфета 32 рубля стоила, получается, наш потраченные деньги на подарок пока что 34 рубля 50 копеек. То есть у нас еще, если мы укладываемся в 100 рублей, еще остается... ну, в общем, вы знаете, сколько, посчитайте, пожалуйста. Здравствуйте. Какой подарок без цветов? Конечно же, никакой. И, в принципе, сейчас мы посмотрим, что там по ценам, самым дешевым. Есть вот, два ларька, пойдем в один из них. Здравствуйте. А вот самый дешевый цветок, который только есть? Один. Ты продал, рядом. А, рядом? Я не знаю, а вот здесь у вас написано, кстати. Здравствуйте, а вот нужны самые-самые дешевые цветы, которые только есть. Гвоздика по 45 рублей. Это один цвет, ток? Да, один цветок. Так, ладно, не подходит. Извините, 45 рублей за цветок, это вообще невероятно дорого. Ну, по сути, это нормальная цена. Нет, понятно, что и розы 80 стоят, но просто вот в симбиозе нашей бич-закупки девушка у нас обойдется без цветов. Ну, к тому же, это слишком банально, скажи. Наборно, может быть. А, ну да. Ну, как бы, даже 14 февраля – это, ну, не день рождения и не Новый год даже. А вот просто хотелось узнать, вот самый дешевый цветочек какой у вас? А съемка почему производится? А я свою жизнь снимаю, просто всегда. Какой самый дешевый цветочек можно приобрести? Тюльпаны. Сколько стоит? Гвоздика, 45 рублей. Видимо, у всех у них тут договоренность по ценам, что самый дешевый цветок стоит 45 рублей, гвоздика. Но для нас это вообще не рентабельно. В общем, ребят, на рыночек мы зашли, крытый такой хорошенький, замечательный, отличный. Здесь был киоск. Мы не снимали просто происходящее, потому что там была слишком интимная обстановка с бабушкой, она была близка. Мы купили, зато нашли вот такой прикольненький скотч-элемент, чтобы все наши подарки как-то
комбинировать в один большой, чтобы это было красиво. И плюс еще купили валентинку. 3 рубля стоит валентинка, 10 рублей стоит упаковка скотча. В итоге все вышло на 13 рублей, то есть мы к нашему бюджету, ну, к нашим потраченным деньгам прибавляем еще 13. Я уже запутался, сколько это, но здесь вы видите сбоку на экране написано. Итак, ребята, у нас по бюджету осталось 53 рубля, но, может, там еще докинем 50, если вдруг не будет хватать. Идем уже в финальный наш магазин. Это Святая Святых, Фикс Прайс, где можно точно найти подарок, который будет выглядеть дорого и замечательно. Пойдемте, пойдемте, пожалуйста. Этот раздел как раз-таки посвящен Дню Святого Валентина. Здесь можно все купить. Как это приятно, спасибо Фикс Прайсу за такое замечательное. Твоя девушка модится. Кстати, в эту сумочку мы можем положить все подарки. Зайка, навсегда счастлива, be day, love, моя любимая, май, очень счастье. Это как это на Алиэкспрессе пишут, типа, товар. Но мы все-таки сюда пришли вот за парфюмом, потому что девушка должна хорошо пахнуть. Ой, что больше нравится по запаху. Вот это особенно ядерный наборчик. Ну, это, кстати, ну нет, вот если занюхнуться, то уже хуже становится. Кстати, выглядит как дорогой парфюм. Ну, как вариант, да, кстати, вместо парфюма можно подыскать что-нибудь для ногтей там. Эти лампы стоят в обычных магазинах где-то 2000 рублей примерно. Глаза разбегаются, вот выбираешь, чтобы такое взять. У нас прям какой-то сладкий набор тогда будет получаться, да? Выглядит очень классно, это как жвачки из автоматов. В ларьке, где типа европейские и американские сладости, вот такая штука стоит в районе 200 рублей. О, я знаю, это точно должно быть в комплекте. Или это просто протирали... Ой, сколько всего удивительного здесь. Кстати, Мишка, я люблю тебя, или Заяц, что это. И мы скотчем к нему, приделаем вот эти все остальные подарки. Шикарно, да? Кстати, да, как вариант. И цветок уже, получается, пахнет. И все хорошо. И, в принципе, она этим может еще душиться оставшиеся там 3 недели, наверное. Так, ребят, все, наша покупка закончена. Смотрите, значит, что у нас вышло в итоге. Все на 100 рублей. 25 рублей вот эта замечательная штучка. 25 рублей роза, попрысканная замечательным еще одеколоном. То есть даже меньше 100 рублей получился этот подарок. В принципе, выглядит все очень дорого, богато. Сейчас мы еще это скомпонуем. Единственная проблема, я чек оторвал пока. Оторвал листочек еще, и поэтому, собственно, так случилось. Какое животное, ребят, напишите в комментариях. Я до сих пор сам немножко не понял. Может быть, в сердце это как-нибудь засунуть, чтобы было 2 сердца. И вот вы к ней, ребят, подходите вот с этими подарками, говорите: дорогая, спасибо тебе за все, что ты со мной, что мы вместе с тобой. 14 февраля это небольшие сувениры. И, ну, отвечаю вам издалека, вот если так вот. Кажется, как будто я, типа, реальный джентльмен, там, долго эти всякие выбирал штуки, розы покупал и так далее. По сути, все уложилось реально в 100 рублей. Тут есть тебе и валентиночка, и подарок из Франции, и... сердце настоящее. И все, что только вы захотите. Медведь и, самое главное, роза. Мы думали, как же мы без цветов, но мы нашли розу. Все вышло в 100 рублей. Напишите в комментариях, если бы, ну, вы, если вы девушки, если бы вам парень подарил такой набор, что бы вы с ним сделали? Ну, как бы, вы поверили бы в то, что это все за 100 рублей было куплено, или нет? И в дополнение, последнее, что мы проверим, это как люди оценят подарок. То есть я сейчас просто его подарю кому-нибудь. Вот, кто первый мне попадется, ну, из женщин желательно. Да, здравствуйте, хотелось бы вам подарить подарочек просто так. Просто так. Здравствуйте, можно нам раз подарить подарочек вот такой? Дальше что? Все, просто. Можно. Возьмите, пожалуйста. Да? Да. А День Святого Валентина. Просто снимали видео про подарки, и вот как бы вам решили подарить. Спасибо, все хорошо. Спасибо. До свидания. Аккуратно, да, это... Это испанская, ой, французская конфетка. Вот, на ручки передайте. Спасибо вам, все хорошо. Дарите людям радость и своим вторым половинкам. И вкладывайте в это всего 99 с чем-то рублей. Все, пока.